Но, тем не менее, первая его выставка оказалась посмертной. Она была организована в Государственной Третьяковской галерее в прошлом году, вызвала большой интерес, но пока так и остается единственной. Пока почти нет официальных предложений о закупке картин. Но уже поступили приглашения из-за границы для организации выставок-продаж. Не секрет, что очень многие картины наших современных художников уже ушли за границу. Как бы ни постигла такая судьба и эти картины, как бы ни случилось так, что сейчас вы видите на экране в последний раз картины Ефима Моисеевича Ройка, ученика Малевича и Шагала.